Шанс на выздоровление. Многодетная семья Кравченко из Саиногорска ищет возможность в прямом смысле поставить на ноги младшую дочь Есению. В свои 3 месяца ребенок уже перенес 2 сложные операции на спине. Теперь важно не упустить время и исправить врожденную косолапость. Лечение платное. Помочь собрать нужную сумму могут неравнодушные жители республики. ГТРК «Хакасия» совместно с Росфондом продолжают акцию помощи. У супругов Кравченко 5 детей. Старшему сыну 16, младшей Есении всего 3 месяца. Ее появление стало не только подарком, но и испытанием. У нас роды прошли дома. Мы не успели в роддом. Когда Есения родилась, тогда мы увидели, что у нее вот ножка и на спине была грыжа. В перинатальном центре поставили сразу несколько диагнозов. У ребенка серьезная патология. Спинномозговая грыжа, гидроцефалия, дисплазия тазобедренных суставов и левосторонняя косолапость. Первую операцию по иссечению грыжи сделали в Абакане, повторную – в Новосибирске. Сегодня откладывать нельзя и лечение косолапости. Одна ножка ровненькая, а вторая вот так загнутая. То есть тут сухожилия стянуты просто, их нужно растягивать. Лечить врожденную косолапость берутся врачи из Минусинска. Как показывает практика, возможно полностью привести ножку в норму. Но действовать нужно немедленно, пока ребенок маленький и стопа подвижная. Лечение будет... Гипсование по методу панцетти – это метод лечения врожденной косолапости. Чем раньше начато лечение, тем лучше результат. С помощью гипсов мы деформацию устраняем, и с помощью ботиночек мы стопу удерживаем, чтобы она обратно в эту деформацию не вернулась. Лечение стоит денег, платить родителям нечем. Глава семьи изготавливал на заказ мебель, но из-за пандемии мужчина лишился заработка. Чтобы прожить, Кравченко выпекают и продают домашний хлеб. Вырученных средств едва хватает. Несмотря на трудности, супруги готовы использовать все шансы – вылечить младшую дочь. Раз Есения пришла к нам, значит, ну такой, как она пришла, значит, так нужно, значит, мы способны это пережить. Семья Есении обратилась за помощью в Росфонд. Стоимость лечения – 123 200 рублей. Поучаствовать в судьбе малышки может каждый житель Хакасии. Чтобы перевести средства на лечение Есении, нужно отправить СМС со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Росфонда.